только недавно присоединился к нашему, к нашей бизнес-конференции, те, кто прибыли в последний день, мы для вас вот станцевали, пожалуйста, поднимитесь, чтобы мы видели, для кого этот танец. Кто приехал совсем недавно, вот буквально последний, самый последний, кто приехал, поднимитесь. Да, вот, давайте, нормально, мы вас всех приветствуем. Ура! Люди приезжают. Пожалуйста, после семинара тоже нужно будет подойти и зарегистрироваться вам обязательно у Антона. Молодой человек вот в темной рубашке, у него нужно обязательно зарегистрироваться. Потому что он выдает призы и подарки тем, кто приехал. Обязательно. Значит, переходим к нашему мероприятию. Скажите, как отдыхается? А кто хорошо отдыхает? А кто лучше всех? Вот прямо отсюда. Давайте, пожалуйста, 2-3 человека сюда. Давайте. Скажите, вот чем этот отдых для вас вот необычный, и вы никогда такого не видели? Море никогда не видела, такого солнца никогда не видела. Теплого такого вот отношения никогда не видела, дружбы-то никогда не видела. И вообще, я в храмах, вот вчера была три храма, это супер, голова вообще вот такая. Супер, все самое лучшее, спасибо. Потрясающий отдых, потрясающий семинар, очень много драйва, очень много информации, всей семьей здесь, нисколько не жалеем. То есть отлично себя чувствуем, просто супер! Мне очень нравится на этом острове, мы были на турецкой части острова, тоже с компанией, когда в Турции мы праздновали трехлетие открытия Вижена, но здесь совсем другое, другой колорит. Ну, в общем, я понимаю, греки и турки — это не одно и то же, да? И потом, ну, что нравится, такая компания собралась, просто супер. Я считаю, что здесь собрались лучшие люди Vision. И здесь очень приятно, что здесь наши спонсоры непосредственные. Это Данила и Юлия Барсиновичко. Мы их не так часто видим, потому что они не так легко достигаемы, но для нас это особенно приятно, потому что это непосредственно наши спонсоры. Наконец-то мы их всех увидели вместе. Спасибо! Доброе утро, страна Вижен, Кудряшова Оксана, город Тольятти, Россия. Представляете, я никогда так не отмечала свой день рождения, это вообще было супер. Вот, я день рождения с утром справляла на Средиземном море, на скалах. Это было что-то. Меня хотели подальше как-то отправить поплавать, но я боялась. Вот, но брызги Средиземного моря меня вообще покорили. И что интересно, у меня день рождения до сих пор продолжается. Это супер, классно, спасибо. Мы вас поздравляем, все вместе, давайте в студии. Поздравляем! Шмионовна Елян, город Сызрань, 52 года. На Кипре впервые, за рубежом впервые. С такими отличными людьми встречаюсь впервые. Я ожила. Следующий раз я приеду своим мужем. Отличный отдых. Подготовлены организаторы мероприятия так, что вот вы отдыхаете, не надоедаете. Когда только вроде бы вам чуть-чуть надоедает, раз и сразу какое-то мероприятие, семинарчик, поучились. То есть. И отдых, который все время меняется с работы, он является самым положительным и запоминающимся. И сейчас мы переходим уже от праздника к нашей работе, но эта работа все равно является праздником, это все равно Общая идея, общее вдохновление и желание получать новые знания и учиться, оно все это объединяет нас здесь. Все мы здесь собрались для того, чтобы получать какие-то знания. И я сейчас должен представить на этой сцене прекрасного человека. О нем можно говорить очень много, потому что у него очень много положительных качеств, очень много различных преимуществ. Но я не хотел бы сейчас рассказывать обо всем,
И очень много и долго, потому что всегда тяжело говорить о человеке, которого все любят, все знают. Но я хотел бы сказать об одном качестве, которое мне очень сейчас как бы мне и нравится. Мне нравится это качество, называется магнетизм. Этот человек притягивает к себе людей совершенно разных. Разных по возрасту, разных по интересам. Вы знаете, что есть люди, которые тянутся, допустим, только к молодежи, хотят только с молодыми общаться. Есть люди, которые хотят общаться с опытными, более взрослыми людьми. К ней тянутся все. Есть люди, которые хотят что-то узнать о здоровье, есть люди, которые хотят узнать о бизнесе, есть люди, которые хотят узнать просто о каких-то жизненных моментах. К ней тянутся все. А вы знаете, это очень тяжелая работа или очень тяжелая, скажем, жизнь, когда нужно нравиться и быть хорошим для всех. Но это тяжело, когда вы делаете это не искренне, не с душой. А когда вся ваша жизнь состоит из того, что вы живете, и это нравится всем. И все тянутся к вам. Все тянутся, за каждый за своим. И у этого человека очень много различных регалий, званий, почетных. Можно перечислять все, это будет очень долго. А можно сказать только одно. Президент компании Vision выбрал ее одну из многих, чтобы быть советником президента в вопросах по международному деловому развитию. И я хочу сюда пригласить на эту сцену прекрасную женщину, бизнес-леди, лидера компании Vision, спонсора всех сидящих в этом зале, спонсора людей, которые не в ее организации, но считают ее ментальным спонсором. Это уже, наверное, каждый второй. Да, наверное, каждый в компании Vision считает ее своим ментальным спонсором. И я приглашаю на эту сцену Светлану Дубровну!